Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами я, Супер, и это будет будни хомяка, вот. Как видите, дом перевернул, чтобы было еще легче и удобнее ему. Сейчас давайте его вытащим. Если смогу, на самом деле. Он там уже не выходит, потому что, во-первых, дом очень большой. О, нет, вылез. Сейчас. Смотрите. И у него он там весь домик вообще прогрыз по полной катушке, видите. Чтобы сделать опилки. Давайте. Ничего страшного, там даже домика нету. Вот тут еще домик вот тут стоит. Потом поставлю без записи. Хомяк только что проснулся. Я его тоже только что вытащил. Вот. Ой. Качаться будешь? Вот. Потом специально я сделал... Блин, не кушай это. Это не то. Это фонарики. У нас фонарик. И у вас фонарик. Зажигалку вытащил их. Специально для ночи. Чтобы его мягко смотреть. Вы видите, только что проснулся. Смотрит на вас. Подписчики. Вот. Там написали в комментариях, сколько ты его купил. Покупал, по-моему, за 500 тенге. Вот. Можно их покупать еще в базаре. Да. И в зоомагазинах. Вот. Сразу кусает пальчик. Вот. И ему уже где-то более 1 года. Вот. Хомяки вообще-то, особенно джунгарские, живут от 1 до 3 лет. Так что, ну, еще будет жить 2 года, наверное. Вот уже старенький. Вообще, посмотрите прошлые видео про хомячка. Там вообще он был такой маленький. Вырос, как видите, он вообще здоровый на целую руку. Давно я помню, был вот... Только, блин, не кусай. Блин, вот на такой, наполовину меньше. Сейчас, как видите, блин, здоровый хомяк. И он больше не будет расти, потому что это максимальная, не знаю, максимальный рост хомячка. Только теперь будет максимум уменьшаться. Вот, пытается щек достать еду. Да, еще хомяки сохраняют по щекам еду, кто не знал. Вот, еще там малое количество грызунов только вот так может сохранять. Еще он при этом пальчиком близает. То есть это преданность к хозяину обозначает. Вот. Ушки, как видите. Он их редко вытаскивает. Вот. Грызет там, может быть, какой-то жук застрял. Или ему там просто неудобно, или чешется. Ну, почти как человек. Мячок. Давайте, ладно, я его положу в клеточку. Положу заранее, ладно, ткань. Сейчас, раз. Ткань всегда ставлю только свежую, после уборки домика. И самой клетки. Как видите, там у него корма, что-то опилки упали, я не понимаю. И когда покупать будете хомяка, покупайте корм вот такой, кеша. Вообще, очень хороший корм. Да и по цене казахстанской. Тенге. Вот. По рублям это будет где-то 50 рублей, наверное. Еще при этом с йодом. 500 грамм вообще нормальный корм. Он даже лучше, чем вот этот Яшка. Ну, потому что, ну, Яшка, я понимаю, дешевле. Вот, но я вам могу показать. Там, короче, сейчас давайте... Ладно, я сейчас собрать-то смогу. Давайте сюда насыплю немножко. Вот видите, вот такие штук, а мой хомяк не ест. Да и как бы только едят... Редко вообще, любые грызуны, даже хоть будет лев, вот, не съест такое. А в кеше корма, сейчас я вам покажу. В кеше корма почти все есть, семечки, только вот там тоже такие есть, только они редко попадаются, видите, вот такие. И тут есть еще горошек, семена различные, зернышки, и вот такие маленькие. И он любит мой хомяк. Хомяк, давай, тикан. Видите, ушки открыл специально, когда говорю путика. Вот сел. Сейчас еще дадим. Он этот корм вообще очень сильно любит. Вот еще такая маленькая семянка, давай. Будешь, хомяк? Будешь? Сел. Вот видите, ничего нету. Даже не буду обманывать. Все. Давайте, ладно, на этом заканчивать. Что? Сказал, что с хомяком, какой корм я ему даю в последнее время. Вот. Ладно, давайте на этом прощаться. С вами был я, Супер.
Хамя говорит, до скорой встречи. Не забудьте, во-первых, подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео, если вам очень понравилось. И порекомендовать своим друзьям, вот, кому нужна няшность. Да, Хамя?